10 декабря 2018 года ушла из жизни преподаватель высшей категории по фортепиано, почетный работник культуры Магадана и Магаданской области Валентина Николаевна Фиготина. Ей было 68 лет. Ученики Валентины Фиготиной становились лауреатами международных, всероссийских, региональных и городских конкурсов и фестивалей. Она автор, организатор и куратор креативного клуба выходного дня «Музыкальная семья», клубов юных пианистов и студии раннего эстетического развития детей «Кроха-музыкант». Коллектив детской музыкальной школы глубоко скорбит об утрате и выражает искренние соболезнования семье и близким. Прощание с Валентиной Фиготиной состоится в понедельник, 17 декабря в 10:45 в Свято-Троицком кафедральном соборе.